Алексей Валов приехал поздравить жительницу микрорайона Чкаловский Раису Никушкину. Это дань глубочайшего уважения и признательности женщине, участнице Великой Отечественной, которая отмечает 95-летний юбилей. Мы с большим удовольствием приехали вас поздравить. Пожалуйста. С вашим юбилеем, Раиса Михайловна. Заходите. Принимая уважаемого гостя, Раиса Михайловна торопится надеть парадный китель с наградами, а их немало. Медали за отвагу, за боевые заслуги, орден Отечественной войны второй степени. Раиса Никушкина родилась в Одесской области. На фронт была призвана в 42-м, ей был 21 год. Служила в саперных войсках связисткой, прокладывала и восстанавливала линии связи на полях сражений. Воевала под Сталинградом, под Курском, освобождала Вену и Будапешт. Вот этих всех уже нету. Нет уже, вот да. Эти под Будапештом, вот наша машина. И наша машина все погибла в центре города под Будапештом. После войны Раиса Никушкина вернулась в Одессу. Много лет отработала в дорожном хозяйстве. Воспитала дочь и сына, внуков и правнуков. Сегодня проживает в микрорайоне Чкаловский и по-прежнему, несмотря на почтенный возраст, активно участвует в общественной жизни, входит в состав Совета ветеранов. Раиса Михайловна искренне поблагодарила Алексея Валова за визит, поздравления и подарки. Дай Бог вам здоровья, силы и удачи. О вас много говорят. Но дай Бог, чтобы это все было хорошее. Спасибо. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».